Краскове торжественно открыли детскую игровую площадку. Современный комплекс появился по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Как оценили жители поселка, такой подарок узнала наша съемочная группа. Появление детской площадки на улице Чехова ждали давно. Совсем недавно здесь была совершенно другая картина. Изношенные игровые элементы и неблагоустроенная зона побудили жителей принять участие в голосовании на портале «Добродел». Результат их активности – новый современный комплекс прямо под окнами. У нас окна сюда выходят. Мы каждое утро встаем, смотрим. Очень приятно. И любуемся. Любуются не только новой площадкой, но и территорией вокруг нее. Кроме установки игровых элементов, здесь провели масштабную работу по благоустройству двора. Весь комплекс работ проведен. Также и проведено озеленение, осуществлено клумбок, ограждение, освещение и, естественно, видеонаблюдение, подключенных к безопасному региону. В распоряжении детей 11 игровых элементов. Занятий по душе находят как малыши, так и подростки. Безопасное падение на площадке обеспечивает резиновое покрытие. Довольные дети и мы. Очень красивая, яркая, самое главное. Малышке очень нравится. Этот игровой комплекс – самый большой по площади среди всех губернаторских площадок, открытых в округе в этом году. 450 квадратных метров настоящего детского удовольствия. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.